Добро пожаловать на Repeat Guest TV. Сегодня, как и всегда, мы общаемся с гостями, которые приезжают к нам не в первый раз. Рядом со мной Галина. Она приезжает в Гранаду со своей семьей уже во второй раз. Почему? Она нам об этом расскажет. Ну что, еще раз здравствуйте. И почему Гранада? И почему? В какой раз? В Гранаду приезжаем второй раз с семьей. Первый раз приехали спонтанно. Второй раз мы уже знали, куда едем, потому что нам здесь все понравилось. И мы решили, что проведем отпуск именно в Гранаде, чтобы получить больше приятных эмоций. Ну, как в известном фильме, ну а что особенно понравилось? Что, допустим, для вашей семьи конкретно здесь есть, чтобы... Я могу выделить то, что понравилось для меня, так как мой сын имеет аллергию. Извините, по-русски скажу сейчас. Так как у моего сына очень много аллергии и астма. В общем, очень удобно расположена сама архитектура этого здания. И то, что находится вода очень близко, непосредственно да, с отелем. Поэтому не такой сухой воздух. И сын у меня в Гранаде 2 недели проводит полностью без медикаментов, ну, без лекарств. Для ребенка поняла, для вас, для супруга, что такого особенного есть в Гранаде, что вас тоже сюда притягивает? Привлекло хорошая анимационная программа для детей, плюс шоу для взрослых, да, это очень удобно, что и ребенок получает удовольствие, и мы с мужем тоже получаем удовольствие. Архитектура здания очень красивая, потом все комплексно, территория небольшая, да, но все... комплектно так все слажено, да, и пальмы, и цветы, и пирс, ну, в общем, все это очень-очень красиво, нам все это понравилось, потом мы ехали сюда второй раз, мы уже как к себе домой, можно так сказать, да, были рады встречам повторным, получаем здесь очень много новых знакомств, это тоже нас привлекает, очень вкусная кухня у вас. Потом, что мой муж сказал, что ему понравилось на дискотеке, я, к сожалению, не была. Но это тоже привлекло внимание. Мне очень понравилось. Мы в том году были на празднике, вот эти турецкие, и в этом году. Знаете, мне очень сильно понравилось, как танцуют турки. Вот как именно ваши турецкие танцы, национальные обычаи. Поэтому в этом году мы посетили и фольклорные, посмотрели у вас Гранаду, и плюс посетили еще в Турции, съездили на турецкую ночь, ознакомились с турецким фольклором, это нам очень тоже понравилось. Ну, анимационная программа, конечно, в этом году стала еще лучше. Нам больше она даже понравилась, чем в том году. Советую всем приезжать в Гранаду, потому что особенно это будет удобно для детей, для мам с маленькими детьми. Территория небольшая, но все очень удобно. Потом в Гранаде еще что удобно для мам с детьми, это то, что питание в целый день горячее, даже есть молочные каши. Не во всех отелях это есть. Ну и еще, что я бы хотела бы посоветовать, заострить внимание для мам, у которых дети инвалиды. Потому что здесь, как я в том году поломала пальцы, сами знаете, поэтому я обратила внимание на то, что у вас вот здесь в бассейне есть ортопедический стул. Этого тоже не везде есть. Ну, в общем-то, прием, Маша, ваш и всех остальных, ну... В общем, еще бы советовала, что посетить обязательно массажный салон, да, ваши турецкие бани плюс салон. Это очень молодит кожу, мой муж был очень доволен, и, да. Ну что же, нет, на самом деле спасибо, рассказали все достаточно-таки кратко, но тем не менее все так комплексно, что конкретно для вас, для ребенка, для мужа. Вам большое спасибо, что приезжаете, мы со своей стороны будем работать, стараться, чтобы вы в дальнейшем к нам приезжали. Спасибо вам еще раз большое за то, что... Мы приедем к вам еще не один раз, но на следующий год точно в плане уже есть. Ну, замечательно, мы вас всегда ждем, и еще раз спасибо за то, что пришли, уделили мне 5 минут, чтобы сказать такие приятные слова. И до встречи на Repeat Guest TV.